Буквально 5 дней осталось до старта самого ожидаемого культурного события весны – Ночи музеев. Традиционно ночь проходит в 3-ю субботу мая и посвящена Международному дню музеев. События этой ночи развернутся на площадках всех культурных институций города. Картины и галереи, в Пушкинском театре, в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева и других. Некоторые программы и концерты будут проходить прямо на улицах. Например, впервые будет задействован сквер на Адмирала Фокина, 23. Каждый год у Ночи музеев свой девиз, который задает интонацию всем мероприятиям. В этом году тема всероссийской акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Он предлагает задуматься о себе и своей семье, ее начале и продолжении. В музее Арсеньева эта тема выражена в слогане «Все продолжается тобой». Пушкинский театр, обращаясь к теме связи поколений, покажет музыкальный спектакль о судьбах артистов и женщин на войне и угостит своих зрителей звучанием музыки в исполнении духового оркестра.